это будет, но на сегодняшний день мы не обладаем в полной мере такими, так сказать, возможностями, такими знаниями, это все приходит к нам, это все новое, это если оно есть, то мы сейчас будем оказывать противодействие данному факту. Еще будет лучше, что мы будем ушли на поводу изучения нами, скажем так, патологии нашего общества. Но в целом, я думаю, что это уверенно сделано на сегодня. Ну и подводя, есть еще какие-то вопросы? Да. О, это приятно. Народ проснулся. Что же касается молодыми судебными смесями, а вы были предъявлены обвинения, например, тем распространителями, как что типа как таковой нет в кодексе? Я вам объясню. Их не признали наркотическими средствами, но в них находится препарат, как он называется. Он называется тетрагидроканабиноид. Вот этот препарат, это синтетический аналог препарата конопля. По всем своим свойствам он является синтетическим. Этот препарат, самый заряженный, 870-й год. В этом направлении только борьба ведется, обвинения целесообразно предъявляют по всем фактам использования. Но наша основная задача одно, это возбудиться сил. Мы сейчас набираем за участковым, за горами Ленинского, Заводского раздела, там, остальных разделов города. Благо на команду работника, которая подходит в случае выявления человека отрабатывать по полной, передавать его нам, главы, мы для себя нарабатывали оперативную информацию, чтобы в конце концов мы предъявили обвинение одному, двум, трем человекам по статье 307 в нашем государстве за тяжкой статьей, тяжкое преступление, за него установлены, скажем так, серьезные санкции, а также по конфискации имущества. Да, это сбыт. Это сбыт на рост. Сбыт психотропа, это у нас 321 статья. Целесообразно нам привлечь 3-4 человек, которые ездят на дорогих машинах, которые живут в дорогих виллах, особняках. Вот. И у нас такие прецеденты были. Если кто-то думает, что как бы все правят деньги, деньги могут, скажем так, что-то решить, в принципе, я не буду ничего доказывать, я скажу только свое мнение, я скажу, что это свое мнение. Я, допустим, у меня также есть ребенок, я просто хочу, чтобы он рос в этом общество, где будет процветать от подобного отопления. Если эти люди, которые ездят на дорогих машинах, которые завозят там со стран ближнего зарубежья, из других городов, если они будут привлечены и будут, скажем так, отвечать за свои действия по полной программе, то вы уже не увидите продаж на улицах города, не будет подростков, которого в кармане будет курительной смеси. Это все будет ликвидировано. Ну а как метод с этим бороться, я так думаю, что проблема интеллектуальна, и все службы нашего города, они сейчас там не работают. Выявляют, звонят, и командиры патруля постовых служб звонят, и замок ОКП, и замок начальника райотдела звонят, докладывают. Если такие прецеденты есть, мы собираем информацию полностью, покормали звонят по нам препаратам. И уже не получится, просто, как сказал один мой коллега, начальник ОКНО, областного управления, полковник Солодов, очень уважаемый наш товар человек, который для нашей работы сделал очень много. Мы не скорая помощь. И не можем не можем сразу моментально, скажем так, показать свои решительные действия. Нам это нужно время, чтобы человек отреагировал, чтобы ему предъявить обвинение. И по нашим статьям вот мы привожу пример по поводу больших людей, у которых там есть какие-то крыши там, и тому подобное. Мы занимались человеком, он достаточно известный в нашем городе. Вот. Он ездил на дорогой машине, он мог себе позволить за вечер там, просадить там, порядка 3000 гривен вот, в любом баре, заведении города. Ну и человеку это не помогло. Он и его товарищи сейчас, я так думаю, по меньшей мере, лет 5-7 гарантированы. Этого человека нет, сейчас находится место лишения свободы. И те люди, которые брали из-под него, просто сейчас мне очень много звонил, говорили, что вот люди просто в шоке, что говорили, было все, теперь нет ничего. Вот мне кажется, как результат
А можно узнать, как его фамилия была? Можно узнать его фамилию? Этого человека? Нет, этого человека. Нет, вы понимаете, вы вообще поняли, вообще там вопрос? Можно узнать эту фамилию? Ну, фамилию этого человека. Я поняла. Нет, вы не все поменяли. Фамилия, в оперативных целях, она не нарушается. Человек живет в Ленинском районе, в районе улицы Космонавта. Если вы меня спрашиваете, вы можете узнать какую-то информацию. Вы сидел в тюрьме. А он уже в тюрьме? Его уже посадили? Объясним, кто, даже если человек находит в тюрьме, но у нас следственный изолятор, да, пока ведется все следственные действия, пока нет решения, пока нет приговора, да, пока не прошел определенные инстанции и вынесли окончательный приговор, оглашать фамилии, даже косвенно как-то указывая, допустим, там, я совершенно указываю, говорю, да, директор какой-то школы, мы не называем фамилию, но мы косвенно указываем на него. Но это не Ленинка. Это различными, да, и конституцией, и законодательными актами, это из этических целей точно так же, только суд определяет, виновен человек или нет. Значит, по поводу вашего, я так поняла, вас конкретно интересует предъявили ли обвинение тех, кто продавал, правильно? Ну да. Значит, еще совершенно недавно уделялось большое внимание, и, знаете, была нацелена работа там хемилиции, да, искать наркомана, ставить на учет, привлекать к уголовной ответственности. Анатолий уже сказал, что, к сожалению, наркоманы это больные люди. Больные. Я понимаю, они совершают преступления, но как таковой к ним претензий очень мало. Почему? Потому что их уже втянули в это. И вот совершенно там недавно, года три назад, немножко было переориентировано наше направление работы милиции на мальчик. Поэтому, если вы продаете курительную смесь, не конкретно вам, чем можно, вас могут привлечь, вас могут предъявить обвинение, может быть. Но конкретно кто инициатор, кто непосредственно голова, да, и вы выполняете его последний. Но это не освобождает. Я просто вам не рекомендую настоять на это. Девушки, еще вопрос. Передумать, да? Ну, я думаю.